Привет, парни! Это снова мы, ателье Ретроцикл, я Сергей Беляев. Представляю вам, в общем-то, ничем не примечательную Яву 360. Ява! Двухцилиндровый моноблок. Таких мы сделали уже больше 150 штук, даже уже больше 160, наверное, уже больше сделали. Примечательно на чем? Значит, этот мотоцикл был собран первым вот в этой нашей новой мастерской. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я собирал Яву. Трудностей не было никаких. Собирать было очень приятно. Мотоцикл практически новый, с большим пробегом. Сохранился замечательно. Движок в идеальном состоянии. Практически ничего не меняли. Только подшипники, сальники, втулки. Я его как только увидел, у меня все оборвалось в груди. Ну, те, кто родились в 50-х, 60-х годах, это поймут, потому что этот мотоцикл был просто легенда того времени. На сборку мотоцикла потрачено 2 месяца. Но непосредственно работа с мотоциклом заняла 10 дней. Ожидание деталей из хрома, ожидание покраски, ожидание, когда придут заказанные детали, что заказываем за границей. Теперь фактически, ну, к следующему году они все будут выходить из этой мастерской, но это был первый. Опять же у нас получился с этим мотоциклом тоже. Мы попали в тот период, когда у нас были проблемы с хромом, поэтому собирался достаточно долго. Серега сказал, что долго ждали запчасти. Запчасти приходят у нас теперь быстро, в течение там недели они приходят. Мы очень долго ждали хром. Всякие вот эти крышечки бака, там ободочки, натяжители, гаечки. Все это очень долго к нам шло. В основном мотоцикл был достаточно комплектный, фактически новый. То есть пробег на нем там был там что-то в районе, ну, сейчас по диаметру, 13 тысяч. Вот. То есть это вообще ни о чем. Глобально мы с двигателем там ничего не делали. Я решил его не растачивать, потому что на нем ничего не звенело, ничего не бренчало. Мы поменяли колечки, поменяли сальники, подшипники, прокладки. Ну, соответственно, диски сцепления, конечно, цепи моторные, все это, как выводится, у нас все это новое. Обода новые, спицы новые, ступицы у нас полированные. Вот, ну, я надеюсь, что это не последний мотоцикл, точнее, я уверен, что это не последний мотоцикл из нашей новой мастерской, потому что она уже будет расширяться. Вот вы видите, тут уже еще один свободное место под один еще бокс, и туда мы будем продолжаться по весне. Так что скоро наши выпуски будут походить только отсюда, с красивым каким-то видом, наверное. Мы тут сделаем какой-нибудь баннер красивый, будет все красиво. Всем до встречи, всем бай!